Всем огромный-огромный привет! Я наконец-то решилась снять видео о всех своих запасах и начну эту серию. Не эту серию, а этот многосерийный такой сериальчик. Немножко вас потревожила. С уходом за волосами покажу и свои средства, и девочек, что у меня есть в запасе. Первое, это вот такая громадина 700 мл. Линейка Advanced Techniques от Avon. Шампунь против перхоти. Шампунь-ополаскиватель 2 в 1. Попадался мне в пакете сюрпризе. Ну и, собственно, пока стоит. Возможно, я показываю вам средства, которые точно будут у меня в использовании. И средства, которые у меня могут либо уйти на продажу, либо в подарок. Вот шампунь этот и, собственно, вот этот следующий. Они могут быть проданы, либо подарены. 700 мл из линейки Naturals, гладкость и блеск. Это у нас кокос и цветок Тиаре. Не помню, то ли тоже в пакете сюрпризе попался, то ли в каком-то наборе. Я для себя не очень люблю такие большие объемы. Мне как-то многовато, в общем. Так, что у меня еще из одиночек? Всесторонний уход, тоже от Avon шампунь. Тоже, мне кажется, в пакете сюрпризе получала. Здесь 250 мл уже. И я, кстати, вот по шампуням точно уже успела посчитать. У меня есть цифры, сколько у меня было запасов в прошлом году. Я снимала в октябре, но это тоже серия растянется. Я думаю, до октября буду снимать все. И в этом году. И я стараюсь уменьшить запасы. Вот судя по уходу за волосами, у меня немножечко, но это получается. Два флакона у меня шампуня. Максимальный объем также Advanced Techniques. Это мой любимый шампунь. Я знаю, что многие как бы не были в восторге, что нам постоянно вкладывали эти шампуни в пакете сюрпризы. Но я была довольна, и я их как-то даже на продажу не беру. К девчонкам, когда еду, мне даже жалко, что их купят, потому что я сама хочу их использовать. Последняя новинка, она у меня уже открыта, я тестировала. Это шампунь из линейки Kia от Avon с маслом авокадо. Мне шампунь понравился. Он в ближайшее время пойдет в использование, но пока стоит в запасах. И я его показываю в запасах. Так, от него у меня есть маска. Сразу вам покажу, потому что они шли в паре. Маска, как и шампунь, объемом 400 мл. Естественно, тоже я уже ее открывала и тестировала, и обзор на новинки снимала. Поэтому, как только у меня подойдет очередь, но я думаю, ближе к зиме, то я обязательно поставлю в использование. Еще вот такая парочка у меня чистой линии. От Иришки с Пензы приезжала в подарок. Это у нас эксперт. Бальзам, шампунь и бальзам, собственно, не зря я говорю, так неудобно скакать на новом месте. Снимаю. И бальзам, сыворотка. Все думала, что я летом попробую этот набор, но очередь до него так и не дошла. У нас отвернулся. Так, из взрослых шампуней это все. И что у нас в детской линейке? Для младшей дочки, которая 1,5 года, у меня в запасиках стоит вот такой шампунь детский. Он 0+, Happy Moments. Я покупала по какой-то мега выгодной цене. Для старшей дочки стоит вот такое средство 2 в 1. Я его отнесу к шампуням. Но мы моем им и тело, и голову в бане. Идеальный вариант. Один флакон. Она любит, конечно, под названием Бо, вот из этой линейки Vitex, с ароматом апельсиновой кока-колы. Но так как не было, я ей в последний раз купила вот этот вот, как он называется, Космо. Это, наверное, Космо. Тут Бо, это Космо. Здесь аромат, не могу, экстракт ромашки и календулы. Пишут, что свежий аромат инопланетных трав. Ну, мы не открывали его, он новенький, поэтому пока в запасах. И последняя моя новинка, также для старшей дочери, потому что это 3+. Это от Faberlic Lovely Moments с малинкой, такой сливочный ароматик, достаточно приятный.
Мишкой, как он там называется. Есть у меня одиночки бальзамы, которые также приходили в пакетах-сюрпризах. Это вот такой бальзам «Сияние день за днем». У меня мама обожает такой шампунь, но бальзамами она не пользуется. Поэтому 400 мл большой. Для меня это не проблема, потому что у меня бальзам расходуется быстрее, чем шампунь. Следующий, давайте тоже от Эйвен покажу. Бальзам-ополаскиватель «Дисциплина волос» 250 мл. Не самая подошедшая мне линейка. Но у меня в использовании сейчас сыворотка у родителей. После бани я волосы ей увлажняю. Ну, вроде неплохо. Но это тоже использую, куда денусь. Затем у меня вот такой есть волшебный бальзам для волос «Магия Марокко». Это белорусский тоже, Белита. Интересно попробовать. 200 мл пока даже не открывала. Так, стол большой достала, но для волос не так много у меня средств, как, например, для тела, потому что там гели. Одно средство, которое называется «Уход за волосами», тоже от Иришки был подарок. Уход для восстановления волос, не требует смывания. Ни разу не пробовала, не открывала. Как только у меня не смывашечки мои к концу подойдут, я обязательно его протестирую. Два вот таких бальзама-маски у меня есть от линейки Markel, это Белоруссия. Похвалили мне мои девочки, и я заказала много, но они у меня могут еще уйти и на продажу. И вот такая бальзам-маска укрепляющая, Natural Line. Это, по-моему, подешевле. Вот Markel, она линейка подороже. А это, вот это подороже, а это тоже Markel вообще-то. Но я помню, что вот что-то зелененькое было чуть дешевле, чем все остальное. Там, ну и как чуть, рублей на 100. Давайте уж дальше от белорусов далеко уходить не будем. Опа, чуть не уронила. Вот такая маска для волос. Здесь я немножко ошиблась. Меня просили вот это вот бережное восстановление, а там что-то было... Похожие, но не восстановление, но они очень похожи. И у меня девочка купила, похвалила, а вот это уже не та. Как она работает, мы не знаем, мы еще никто не пробовали. И вот такая есть... А, это точно такая же, их две. Почему-то я, в общем, первый раз взяла, я по разным, в общем, заходам брала их и забыла, что уже такая есть, и взяла две. Но это одна точно пойдет либо на подарок, либо на продажу. Так, как же мне тут разместиться? Так, не помешает тут. Вот такая масочка у меня есть. Тоже, мне кажется, то ли заказ добирала, то ли что. Я люблю эти масочки. На натуральных волосах работает нормально. Это Avon, Naturals, ромашка и алоэ. Рабочие. На моих волосах рабочие. А вот еще забыла я. От белорусов показать Markel абсорбирующая маска для жирных волос. Вот эту очень хочу попробовать. Но у меня всегда в уходе своеобразный Project Pen, который я не афиширую. У меня все в порядке живой очереди. Так, села на стул и боюсь, что скрипели. А тоже подарок от Иришки. Маска для волос с алоэ. У нее была посылка тематическая на тему алоэ. Тоже ждет своего часа. Ну, я вообще за маски и бальзамы не волнуюсь, потому что расход у меня у них очень большой. Сухой шампунь один в запасах от Сьёз. В использовании, потому что два. Ну, пусть стоит. Как-то я вот запаслась, и все, и голова не болит. Сыворотка двухфазная из линейки Advanced Technics, тоже от Avon. Уже такая у меня была. И... Хорошо себя зарекомендовала, хорошо работала, поэтому даже если я ее не продам, я сама с удовольствием использую. Всегда у меня в запасах есть термозащита, это моя любимейшая термозащита. Я уже посмотрела и в том году, и в этом у меня 3 флакона в запасе и 2 в использовании. Почему 2 в использовании? Один у родителей, один здесь. И 2 у меня в старом дизайне, а один уже в новом. Ну, пишут стайлинг, да, легкий эффект стайлинга есть. И последнее средство, девочки. Это детский спрей для волос. Мангангом мы его называем, но здесь
как-то правильно это называется, манговое удовольствие. Ребенку только с ним расчесываю волосы, без проблем. Ребенок сам уже приносит мне расческу Tangle Teaser и вот этот вот спрей, и все замечательно у нас. Что касается цифр, девчонки, в этот раз у меня шампуни 3 взрослых и... Ой, 7 взрослых и 3 детских, что получилось 10 штук. В общей сложности это минус 1 штука от общего количества прошлого года. Бальзамы 6 штук получилось, это плюс 2 штуки к прошлому году. Маски для волос 6 штук, это минус 1 к прошлому году. Сыворотки для волос 1 штука, это на 2 меньше, чем в прошлом году. Термозащиты, я уже сказала, было 3, и так 3 есть. Несмывашки, это я и Фрашевскую посчитала 1. Сухой шампунь 1. В прошлом году вообще не было таких этих. И спрей для волос 1 детский. По итогу у меня получилось 29 уходовых средств для волос. Это минус 4 штуки от количества прошлого года. То есть немножко, но уменьшилось. В прошлом году у меня еще был скраб для головы, уксус. То есть другие позиции были. Масло для волос было. Но я все это использовала. Так что осталось, я считаю, что немного. На этом буду заканчивать первую часть. Следующая часть у меня будет уход за телом. Нет, наверное, я отсниму гели для душа. Я не буду их объединять с пенами, потому что у меня всего 1 пена в запасах. Отсниму гели для душа отдельно. И отдельный уход за телом, и уход за лицом. Огромное вам спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.